мстители. Меня орки. Все как ты любишь. Да, теперь все хорошо. Теперь мы уже немножко в другом есть. Сейчас буду что-нибудь делать необычное. Главное сейчас не задуматься и еретика не потерять. Живи, еретик. И ты, еретик, живи. Турельку надо, чтобы он не достроил. Если меня сейчас тут поимеют, то все на это. А если все к тому идет, кстати. Что-то мне кажется, что я проиграл. Надо пойти на базу против. На базу, и что там будешь делать? Пугать. Имперца? Да. Долго не получится. А все равно его попугаю. Чтобы он чувствовал, что мои сектанты, культисты, представляют опасность, видишь? Сектанты или культисты? Не знаю. В чем там разница? У него тоже, кстати, точек, я смотрю, не захвачено нифига. Он все силы бросил на то, чтобы меня здесь центр отбить. А, один стоял, всех отогнал. Просто Чак Норрис настоящий. Будете жить.
режут эти. Ну, так их мало, 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 мало. Вот еще один болтер, вот это пацан, я понимаю. До конца будет драться. Все через турели они там застраиваются. Точку. Пока чиник там тоже ресурсы сливает, так что все нормально. А у меня прирост больше. Сколько у тебя прирост? 110. У меня 74. Мне только течить остается. Ну ладно, раз любят турельки, то пускай будет турелька. Хотя нет, мне жалко денег. Два я ничего там не сделаю. Огнеметы. Он же тут сольется, ну серьезно. Почему он так, хоть я не понимаю. А лучше бы уж слабенький агент там пытался снести. Какой-то урон. Решила нафиг. Все, ты поломал его. Конечно. От колен. Да. Будет фаст Т3. Но они пришли, чтобы убивать. Да, так точно. Я вот думаю, может мне в Т4 пойти? В Т4? Да. И сделать хищники с лазерными пушками. Это как тебе идея нравится? Да. Я думаю, хищник с лазерными пушками — это то, что нужно. Против пехоты игра. Ну да. Будет давить пехоту. Хотя на самом деле у меня... Чинит тоже... или что, я не понимаю. Так долго я это сношу, блять, одну точку. My life is forfeit. We're here for the dark gods. My life is forfeit. Да, я пойду в Т4. А то ты слишком легко их всех уничтожаешь. А? Я бы так не сказал. У тебя прирост огромный был, по крайней мере. Да, вот это ты подметил четко, как был. Не все, ты их тут сейчас всех раскидаешь. Болтеры дает, да, ну ладно. Чувак, олдскульный. Жесть, просто разносишь там под зиком. Ну что они могут сделать? У них пехота, у тебя антипехота. Ну вот что, и технику вывести. А, болтеры точно. Ну они тоже как-то фигуренько болтеры. А, минометы, вот они вспомнили про них. Хорошая вещь. Только вот почему-то не попадает и все, вот у них миномет. Не, они пока я стоял, попали пару раз. А, это фигня. То не считается. We serve.
Я иду в Т4. У меня уже 40%. Пока я их веселю. Может, невидимых культистов построить? Что-то строю какие-то здания. Зачем мне они вообще нужны? Я пока не знаю. Вот это, вот это. Ну, что это такое? Не знаю, опускаю метку эту. Символ хаоса. А, вот не люблю я такие застойные моменты. Я люблю зарубу. Это я тоже. Тебя зарубили вначале. Ну вообще да, так оно и было. Меня просто зарубили вначале. Все, реликт твой, ты можешь строить мастодонта. Еще Т3 даже не перешел. Нет, ты слабак. У меня уже Т4 и лазерный танк. Строить. Иди его ко мне. Или своего там атакуй. Я буду атаковать. По полной атаковать буду. По полной? Да. Блять, нормально хп добавляется к стягивать пунктом, когда их качаешь в ракетные. На 600 с лишним больше. 675 даже. Или 600. Да, 675 уже. Ну да. Там бронька у них, все такое тоже возрастает. Ну. Все, лазерные пушки. Будем уничтожать. Дождусь улучшения и пойду. Это будет техническая победа. О! Ну, попадите лазерные пушки калечные. А центральную ты не улучшаешь? Центральную в смысле? Она улучшает 75%. Чтоб нормально такого. Сейчас он побежит, я вам всей армии туда. Да, будет бояться. Ракетные турели, давай офигели. Сейчас мы эти придет и будет чинить. И это принц демон. Еще один танчик. Нет, нет, не убивайте. Ну, сейчас умрет раньше, чем. Все, он вышел, как так? Он не дал мне лазерными пушками пострелять нормально. Неужели он реально так испугался? О, вот это серый вылетел. Только сейчас исследование провелось. Отбился, отбился. Ты его додавишь? Да. Додавлю. Я пойду к нему на базу и снесу что-нибудь. Он для меня оттуда сразу. Немного не стрессоустойчивый. Ну реально, просто увидел технику и все, я покакался. Ну своего тут ты, конечно. Да, пуляло. Подошли. Ну все, вывод такой, что лазерные танки решают. Я вообще не понял, что все это время пересделал, честно.
Как он там так подошел, что-то ничего не помог?